5 государственных учреждений в течение 3 месяцев будут объединены в одно – агентство публичных услуг. Оно будет действовать по принципу единого окна. Посредством этого механизма будет обеспечена оцифровка услуг, что приведет к повышению их эффективности и сокращению затрат гражданами. Службы, которые будут объединены – это лицензионная палата, паспортный стол, МРЭО, кадастр и ЗАГС. Люди смогут обращаться в одно предприятие. Агентство будет называться «Агенция Сервичи Публичи». Это агентство будет предоставлять все те же услуги, которые предоставляли все эти 5 предприятий. Принцип единого окна. Пришли, обслужились и получили все в одном месте. После объединения поставщиков общественных услуг тарифы на их предоставление будут сокращены, уменьшится и бюрократия. Вместе с тем агентство обеспечит модернизацию публичных услуг, облегчит доступ населения к ним и повысит эффективность диалога между органами власти и гражданами. Агентством публичных услуг будет руководить один директор и совет. Все делается на благо людей. Снижение тарифов, любой человек захочет прийти и получить услуги качественные в короткий срок и по сниженным тарифам. То, что люди перестанут ходить из одной инстанции в другую, собирая неимоверное количество справок, это тоже сэкономив их время, тем самым сэкономим им и их деньги. Жители города Басарабяска с одобрением отнеслись к данному проекту. Я считаю, что это хорошо. Не нужно будет бегать по инстанциям, по коридорам. Думаю, что это для людей сделано на сегодня. Мы приветствуем это. Ходить туда-сюда, это тоже инвалидам особенно. Инвалидам тяжело. Да. Хорошо, что в одном здании, конечно, хорошо. Пойдешь и сразу и туда-сюда, и будет все. Проект был разработан с целью выполнения плана деятельности по реформе, направленной на модернизацию публичных услуг на 2017-2021 годы.